что-то здесь постоял, нифига. Здесь, короче, вроде бы все нормально. Подзаправился. Здесь что-то... Вот. Так что едем дальше. Дремцанул еще, короче. Ну, проще сказать, я там провалялся. Вот. Сегодня у нас что, пятница? 2300, думаю, дай-ка заберу, думаю. Вот. Может пригодиться когда-нибудь. Вот где рыбачить-то надо, блин. Туда, блин, фиг спустишься, блин. Дороги-то есть, вон они там, где-то видно, там дальше, наверное, вот сюда подъезжаешь. Но не, на такой слишком широкой ловить как бы не вариант. Ну, нафиг. Едем потихонечку дальше. Офигеть, вот тут пробище, блин. Бля, оно уж далеко так идет, бля. Мы уже к 100 уем, подъезжаем. Да, мне, кстати, надо банкомат где-то найти, бля. Чё это за Грандлайн едет, ё-моё. Вот мы и к 100. Второй светофор и снова красный. Ночной город. О, зелененький. Успеваем. Первый зелененький. Мы успели. О, вот и второй зелененький. Но третий мы точно не успеем, да? Я так думаю. Точно, я же говорю, заморгал бы. Сделай прививку от корона. Пронюхал, что есть маршрут побыстрее. Доедем? Вечереет уже. Все поджигается, зажигается. Вот у нас и нижний.
заехали, заехали. В лес заехали. По-моему, здесь чаечек поставил. Мы никуда не торопимся, смотрим фильм. Нет, с утра. А, кстати, я вчера ососик купил, такой интересный. Что-то как его достать, показать бы вам, конечно, чуточка. Блин, не все так просто. Привет, красавчик. Руна, подвинься. Ох ты, блядь, тяжелый он такой. Эй, красавчик. Ну, такой вот, короче. Кайл еще покажет этому здоровяку. Слушай. Ну, это я в плане на том, то, что на будущее хочу это. Не знаю, посмотрим. Буду наперед тоже подушки собирать. Я думаю, что этот компрессор потянет. Потому что он как бы это, не знаю, говорят, 10 атмосфер качать. Но я как бы смотрю, два человека еще брали. Ну, я, короче, взял. Все берут, и мы берем. Да? Все бегут, и мы бежим. У меня, конечно, что-то за аппаратиком. Ну, мне как бы и так пригодится. Блин, провод какой длинный. Десять атмосфер, 12 вольт, 60 литров в минуту. Не знаю, конечно. Ну, все прекрасно знают, что это Китай. Что объяснять не надо никому. Будем пробовать его на деле потом. Потихонечку собираем. Я уже и ресивер купил. Ну как, не купил, вернее. Бесплатно достал. Если у кого есть такое, если что, опишите, скажите, что вообще стоит, не стоит брать его. Легко подключай быстрый интернет, бери его везде с собой. Как бы еще пока здесь время-то. Время уже 10 часов. Вчера я сюда что-то приехал, пока в пятерочку сходил, что-то. Так, продуктишко взял. Помидорки, огурчиков там. Хлебушек. Ну, в принципе, ничего больше. А, лук, картошку, как обычно, все закончилось. Так, немножечко взял пяток этого, пару лучка. Короче, как-то так вот, друзья. Потихонечку вот так вот двигаемся. Ответ неправильный. Иди сюда. Ладно, что, поедем, включимся, наверное. Что смешного, мальчик? Чаечек попить, это. Зайди после перепички. Я уже движусь. Сегодня у нас суббота. Беньярд. Перекличка окончена. Заключенным разойтись. Зашел в столовую, что-то я, правда, не дошел до нее. Привет. Но... Я Джордж. Ну, здесь в запчастях я был. Сколько дали? 6 лет. Буду на операцию. Это займет такие пару дела. Месяцев. Хватит. Пару месяцев. Вот он. Подъехал. Хороший аппарат. Что-то я все кино смотрю, уже проголодался. Уже вон завтрак себе, короче, приготовил. Ну вот, сейчас покушаю. Фильм до сих пор идет. Так, интересный фильм. Зажили-были, но. Вот. Так, ну что, хочу приятного пожелать всем аппетита. Вот, сейчас и я тоже как раз блюдце такое приготовил. Никто не делал с корейской морковкой в салате.
Довольно-таки так ничего получается. И перчик там, и все присутствует. Ну, вообще классно получается, помидорками с огурчиками. Так что давайте всем приятного аппетита. Я буду кушать. Ой, бля. Досмотрел я фильмец, покушал. Потихонечку надо выдвигаться. Передвигаться, выдвигаться. Тишина какая-то, блядь. Давай, давай, обходи паровозик. Да тут днем надо передвигаться, лучше здесь днем. Там сейчас дальше и дорога будет плохо. И ямы, и это. Нафиг лучше днем, хоть можно видно будет, что как по дороге. Где ямки, о, какие новенькие мытые машинки, а? Вот они, видите, начинаются. Начинаются. Ух, блин. Третью вставил, блядь. Офигеть, может, что-то у меня давненько такое. Ну, КамАЗик, ты, конечно, в левый ряд-то не в тему залез с песочком-то. Идет, смотри, идет, выжимает соки. Вот с него что пошло. Вот я про что и говорил, блядь. Вот это бы нам не надо вообще песок. Блин, не накрытый, ничего идет, блин, тоже оболтус, блядь. Ох ты, блядь, вот и нам кто мотор это уничтожает, блядь. Охренеть можно, блядь. Зря я его пропустил, блядь. Если бы я знал, что он с песком, я его сразу сделал вам. Сейчас он в правый ряд встанет, надо будет его... Пойти потихонечку. Гороховец. Проезжаем потихонечку тут. Ремонтики идут. Наконец-таки хоть начали дорогу немного делать. Блять, что-то я не пойму, тут куда я попёрся бы. Анатолий, блядь. Так, подъезжаем. Владимирской объездной. Владимир Крема, а нам направо. На Москоу Сити. Не спеша, так двигаемся. Ну, куда? Да мы вообще всегда не спеша двигаемся. Кузнецы, или как они? Ну, короче, да. Короче, в Кузнецах мы. Ну, как Газпром в Передногинском, где и в прошлый раз стояли. Кофеечек взял. Время 9 утра. Едем очень медленно сразу. Как бы видно, очевидно. Потому что выгрузка у нас завтра.
Нам еще 400 ехать. Вот. Не знаю, вчера, ну как, на Ирбисе, короче, заправился. По халяве, бля, не знаю, что там за солярка, бля. Ну, в этом заправился. На Ирбисе, где там у нас, после Чебоксар. Короче, сникерс какой-то долькими маленькими. Прикольно. Блин, а растаявший-то. Вообще, бля, как пластилин. Что за шоколадное? Арахисовый крем, блин. Вообще какая-то хрень. Первый раз так взял. Так-то по расходу ничего. С Чебоксар, считай, до сюда добежал. До Ирбиса, там, два Ирбиса-то где у нас. Да, сотку плеснул. Сотку, короче, плеснул. Такой раз думаю, ну что там, почти 500 прошел, думаю. Хотя там на Ирбисе я не до полного залил. И это. Канистру двадцатку взял. Пол канистры было. Десятку доливаю, остальное в бак. Пистолет отстреливается, короче, на полтиннике, что ли, на 60. Думаю, ё-моё, чё как мало зашло-то. Вот. Потом, короче, автономку долил, двадцатку еще долил. Короче, не получилось у меня сотку забрать, 98 литров. Я говорю, да ладно, хер с ним, с этим 2 литрами. Все равно не в минусе. Но нам до Брянск еще 480. Кофе купил бы. Не такой кофе вообще. Американо, бля, что-то хрень какая-то. Ладненько, что так-то в целом. Нормально. А! Загрузки смотрел. Хотел одну взять. О, звонит тут. Ну вот, приближаемся к виадуку. На МКАД. Вот вам и Москва-Сити. Что-то тут ни в воскресенье, ни днем народ вообще не валяется. Вот. Балашиха, вот Москва тут. Через 500. Так, нам за эти что? Ох, нифига. Нифига, тормози, Алёша. Что-то я не туда чуть-чуть уехал, бля. Движение на МКАДе было нормально, что спокойно поехали. Так-то можно было, конечно, по 108-ю пиликать. Что-то я тоже немножечко это... Вроде бы солнца нет. Не должен был перегреться.
Восточный административный округ. 45 километров. 45, ё-моё. Баба Ягодка опять. Улан-Пэк. Чё-то мазай, что ли, чё-то идёт. Манглы, блин. Тяжеловасто идет он как-то. Блин, смотри, к солнышку вышло. Ё-моё, ну ладно. У нас люк открыт, вообще продувает прям замечательно. 43 километра. Летим как никогда. Блин, сглазил, ёпарасада. Что там такое, блин? Ё-моё. О, ты чё, братан, здесь встал? Офигею. Давай разгазовывай свою черепаху. За ними поедем потихонечку. Блин, надо где-то остановиться бы, конечно. Надо заехать куда-нибудь. Соларис, Глобус. Блин, народ еще столько везде вообще, блин. Выходной, воскресенье, да? Двигаются. Кто куда, да? О, блин. Вот на чем надо двигаться-то нам. Мы засекли. Как раз двадцатка там стоит. Ох ты, блядь, ты чё? Ё-моё, напугал меня. О, пятерочка, ништяк. Сейчас вот сюда и заедем. Если заедем еще, ё-моё. Нифига себе. Ё-моё. Это, да, скорая, блядь, пухалась, блядь. Это да. Бывает и такое. Дождик фигачит. Начало платного участка. Киев 730. Погода такая же, голова разболелась вообще. Сегодня воскресенье. То солнце, то дождь, что-то начался, блин. Пипец просто, блин.
еще здесь. Да, убрал. Так что-то рыбачков особо нету. Дождичек перестал. Вроде бы. Немножечко это. Но ветер вообще прям сильный. Ветерок, конечно. Что-то у нас место выгрузки вообще. По объездной, короче, будем прям сфигать. Сейчас адрес бил. Блин, с другой стороны города. Нифига себе. Что это тут такое? Положили на бок, блин. Будка ровно, а сам тягач на бок. Офигеть. Чуть заехал с обратной стороны, на светофоре сразу на первом налево ушел. Что я не знаю, куда это мы зарулили. Нам где-то надо вставать. Блин, наверное, зря надо было на Красную Стену, наверное, остаться, блин, там. С пацанами потусить, нам. Сейчас сюда приедешь, блин. Ну, что-то я думал, что-нибудь будет еще. Какая-нибудь заправочка. Как всегда. Не подумали. Встанем вон весь город. Блин, я уж в городе, наверное, вообще не помню, когда был. Маленьким, да. С отцом сколько раз сюда приезжали, но это был, наверное, я не знаю, год какой. Фиг его знает. Лет 28, наверное, назад, наверное. Не меньше. Мы отсюда, я помню, последний раз мы отсюда кран гнали. ЗИЛ. По-моему, даже что-то зимой, что ли, дело было. Короче, оказывается, их перегоняли откуда-то, я не знаю, может, там с этого, с поезда. Они, короче, без воды были, и они прям так их гнали. Короче, все закипевшие были ЗИЛы. И в итоге, короче, на одной сцепке, блин, за рулем, помню, отец был что-то. Что-то тут Газпром-то хиленький какой-то. А, ну здесь хоть постоять можно будет. Если туалет есть здесь, нету. Походу нифига ничего нет. А, на вон какая заправка-то, блядь. Друзья, доброе утро. Мы-то уже давно проснулись. Никого что-то так здесь и не было, пустая площадка. Вот, я уже солярочку вылил 20 литров. Что у меня было в этом кузове 40 литров. Не зашло. Чайку тоже попил. Оборотики прибавим немножко. Сейчас поедем. Время уже 7:44. Вот. Так, что мы сделали? Чай попили, солярку вылил. Одну двадцатку оставил на всякий случай. Не знаю как. Там канистра такая прочная. 20-литровая.
принципе, нормально. Блин. Чё я тут доставал? Прокладку не убрал. Из-под теплообменника. Ну, в целом, вроде бы все. Сейчас потихонечку будем пробираться туда. Нам еще ехать. Тут, я не знаю, километра два, что ли, как раз подъедем. Может, гружу-вожу как раз это нарисуется. Блин, прохладно здесь, ё-моё, что-то... Блин, нам было штаны посмотреть, трикошки какие-нибудь. Вот такие вот пироги. Сегодня у нас понедельник. Понедельник, да, сегодня что-нибудь будем искать. И адрес-то сбился уже. Почему адрес сбился? Следуйте за белым котом Бурме, и я приведу вас к цели. Развернитесь, а затем поверните налево. Не знаю, что тут такое. Почему-то дом 41-1, он пишет мне. Не знаю, что за 41-1. У меня просто 41, ну что-то... Ладно, что, поедем сейчас прогреется. Аппаратик прогреется. И поедем. Площадка здесь большая, так, хорошая. Здесь что-то одни роножки. С утра тоже приехали. Повернули мы на первом светофоре налево. Вот какой там терминатор стоит. Улица Каманина. Тут знак 40. Видите? Не спеша. Фрегат. Школа. Переулок Каманина. Вот у нас и приехал. Гружу-вожу, ман. Так что будем сейчас выгружаться. Давай первый.
с той стороны прижимается. Не-не-не, привет. Хер залезешь, блядь. Так, сейчас мы быстренько. Так, ну все, нас выгрузились. Сейчас доеду до почты 5 километров. Отправлю письмо сразу, все. Так, груза посмотрел, пока ничего особо нету. Запрос ставок отправил. Пока тишина, посмотрим, что дальше будет. Что-то здесь рядом почта есть, блин, закрытая, да, завтра. Но вот так какая-то открытая написана. Посмотрим, доедем, пойдем 5 километров. Отправлю, пойду. Нас тут недалеко показывают почту, не знаю, сейчас посмотрим, доедем. Что тут за почта? Работает или нет, сегодня так-то понедельник, блин, не знаю, у нас не работают в понедельник. Но опять же, не все. О, газ. Виднеется газ. Ой, вертолетик какой хороший. А вертолетик, вот ты, газ. Тут, блин, что только нету, да? Может, тут столовка где есть? Шины, киски, газ. Здесь, походу, самая движуха. Ленина улица, Ленина. Все. Отправили письмецо. Там оказалось, почта открыта. Нормально. Сейчас куда-нибудь встанем, поедем, будем смотреть, что у нас там по айтишке.